Здравствуйте, меня зовут Галина, я из Краснодарского края. Занимаюсь я предпринимательством. В Суперджам меня пригласила Леночка, и 10 дней пролетели как одно мгновение. Что же мне дал Суперджам? Это буря позитива, это умение управлять своими мыслями, управлять своими эмоциями, быть добрее, быть чувственнее. Уметь ставить перед собой большие цели, уметь идти к этим целям, несмотря ни на какие негативы, уметь бороться с информационным ядом, который сыплется на нас из средств массовой информации, из всех гаджетов. Поэтому я считаю, что это очень нужное дело Суперджамп, и что оно поможет сделать нас добрее и сделать наш мир лучше и добрее. Поэтому большое спасибо всем, кто организовал, кто проводил, и особенно моего тренера Леночку за то, что пригласила меня в это прекрасное мероприятие.